никогда не вернусь. Встреча рассвета без тебя. Я потерять тебя боюсь. Любя, 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 любя. Я никогда не вернусь. Уже счастливым быть с другой. Я потерять тебя боюсь. Концертный зал был полон людей, пришедших послушать талантливого певца, автора и исполнителя песен о любви, звезды российского шансона Алексея Брянцева. Гастрольный график певца расписан на год вперед, но руководству культурного центра Елизаветы Мамонтовой удалось организовать концерт певца для хотьковчан. На базе культурного центра, кроме концертов, проходят районные и областные конкурсы, кастинги, фестивали, абрамсовские чтения, шахматные турниры, театральные спектакли, концерты и киносеансы. В ближайшей перспективе для жителей Хотьково и гостей города будут организованы не менее интересные встречи.